Европе внимательно следят за ходом астанинского процесса и возлагают большие надежды на переговоры. Немецкий политолог Матиас Дорнфельд отмечает исключительную роль Казахстана как медиатора и честного посредника. По его мнению, очередная встреча в столице – это важный шаг в урегулировании сирийского конфликта. Европа очень поддерживает переговоры по Сирии, которые проходят в Астане. Мы наконец-то подходим к тому, чтобы решить конфликт. Нас очень тревожит поток беженцев, которые направляются в Европу. Сирийцы перестанут покидать свою страну, как только в регионе завершится конфликт. Людям, которые бежали в Турцию и Европу, эти переговоры дадут возможность вернуться домой. Как мы видим, сирийский конфликт не так просто разрешить. Но я хочу отметить вклад Казахстана и президента Нурсултана Назарбаева в этот мирный процесс. Я думаю, Казахстан мог бы сыграть роль посредника и в решении других конфликтов, к примеру, на Корейском полуострове.